Ссылка открывают, сегодня обижаемся. Никто не пишет ничего про Да не переагривайте, зачем ссылку. вы все переагриваете? Ну А и нам ворча грустно. Хайзера. Это самое. Мы в одного танка пойдем, потому что у нас есть такой очень хороший профессиональный хант Планекс, он нам сделает второй агро. Он не хороший хант, он обогнал меня по ДПС. Потому что он профессиональный хант. Обидки. Значит, ты, Ксюша, не профессиональный маг. Не, ну это понятно. У него как анта аж двое. Вот когда у тебя будет два мага, может быть, ты тоже будешь давать ДПС, потому что знаешь, когда ну, на так у меня танке... как-то два мага, только на разных серверах, но... Вот надо на одном, чтобы были. Может, там дается спец какая-нибудь, там, не знаю, плюс 1000 к СПД, если у тебя два мага на одном аккаунте. Ну так-то аккаунт один. Ну, в смысле, на одном сервере, на одном аккаунте. Ну, на X10? На X2. Так, все, кроме крипты, спекайтесь в ДД, если нет ДД спека, снимайте стойки. Батлшотер тоже нехорош, но меня наполивают. Ксюша, поставь стойку, пожалуйста. Килшотер сейчас тебя не будет наполивать, сейчас мы наполивать будем в планах. Кто такое сказал? Рыбы же не будет. Может, у кого-то жрачка есть? Фантовка. Вон стол поставили. Так, по хилам, по хилам. Хермитон на пару... Хермитон с Мерлин Монро налево. Сарумян, Сарумяныч с Бэтменом направо. Стойте, я еще не добежала. Нееет. Все, я добежала, да, блять. Это босс. Нет, обновите бафы, пожалуйста. Какой босс у вас сейчас? Грул. Кулак по коту, пожалуйста. 300 баф. Все бы светит. Так, 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 так. Так. На пол весь трусишки. Все помнят, весь на пол вешается не мота, немного ходите влево-вправо, взад-вперед. И не падают там. Так, на пол весь в трусишке. РЧ на баф на пол и погнали. Крипто пуляй. Дайте, пожалуйста, агротайм. Пока что рассоситесь все. Мне кажется, надо напулить какого-нибудь РДД. У нас сейчас Планекс вылезет на первое место. Либо Киллшотер. Либо Мегана. Думаешь? Я сейчас напулю Меган. Не сомневаюсь. А, спасите! За что? По техническим довольно естественным причинам. Камнепадом стоит. Рассосались. Не, это его устройка погребла. Берните, пожалуйста, кто-нибудь у Калака. Кто-нибудь Хайзенберг, берни, пожалуйста. Отвлекись немножечко. Где он валяется? Да Хайзенберг, под грунт. Отведи его немного крип. Нет, Гера пока не будет. Еще 2 минуты. Да вон, под задней ногой. Эски, ванишь по КД. Да. Ты что, неудачно меня под камнепад треснули? Ну, полежи тогда пока, потому да? Что он взял тебе Бэрил с Невизон, надо было подальше пойти. Ничего, я полежу. Да, иди чайку налей пока. Я удивлен, что Макс, ты еще живой. Я же робот. Я просто как-то не ожидал, что... А он просто в этот смотрел, в рекаунт.
Да я на рекаунт не смотрел. Она смотрел. Сейчас Геру откатится. Сейчас у нас один разочек еще откидует, и дадим Геру после откидона. Великий могучий русский язык. Откидует? Откидует, да. Дистанцию все раз рассосались. Рассосались, коровка, рассосись. А теперь Геру давайте. А что люди перестали варами играть, или мне кажется? У меня есть вар гном 200 левел. Шея монета. Вот вар гном это как-то странно, это все равно что Таурен Рок. Весь я просто представляю плюху босса, и гном улетает в другой конец локации. Ты думаешь, мы сейчас Грулу убить крипту, ну, в смысле, по размерам? Но нет, размер не имеет значения в опыте. Лена, ты еще и на Альянсе играешь? Ты вообще работаешь? Нет, я не играю, я просто создала вар, я хотела поиграть, но потом у меня нет времени. Конечно. Серьезно, если бы я им играла, он не был бы 200. Я вам могу вам его показать. Его ник Бонжорно. Он правда 200 и быстрый старт. Быстрый старт, кстати, подаренный Сирусом. Люди, покажите мне тот тайный проход где, в мир, где у людей по 42 часа времени в сутки. Господи, я одинокая старая женщина с двумя кошками. Что вы от меня хотите? Любви и ласки. Немного любви, наверное. Вот появится у меня когда-нибудь мужик, ну, лет через 5, тогда я не буду с вами. Какие планы у тебя долгосрочно? Лена, все херня. В какой-то момент ты просто обнаружил, что один кредит стал твоим мужиком. А как ты эти подсчеты ведешь? Ну, я просто, я хочу пока отдохнуть. Можно я лет 5 отдохну? С учетом того, мужика? Нет, просто с учетом того, что у меня перцы все на месте. Рассосались! Дом она выйдет лет через 5. А, теперь понятно. Ну реально, мерзу. Не обязательно там уже заходить дом. Современный мир, можно уже выжать. На дом вызывать. Ну, кстати, на дом я вызываю сантехника, вот приходит он мне к этому. Ну, нет, он ничего такого не делает аморально, он просто чинит мне сантехник. Ну там вот у меня сейчас сантехник сломался, его нужно будет... Я понял, он трубы продувает, да? Он старый, его зовут дядя Володь, ему почти 60 лет. Ты заказывал сантехника, не женатого. Он дарит уверенность. Старый конь борозды. Нет, не испортит, ладно. Все, мы обсудили личную жизнь. А как мне поножи сролить? Маг шатрат, шатрат и поставь. Ролить. Все мы будем ролить на магике. Значит, порт. А сейчас пока я РЛ кидала. Порт и поставьте, порт, пожалуйста, шатры. Маги наши. Только не в Даларан, шатры. Все, валить. Наилучший портал. Спасибо, Майя. У меня лучший портал. Ямаха Продакшн, все идем ближе к выходу. Вот, красавчик. Блин, спрыгну с маунта. Разобьюсь. Видите, она вас кидает. Она выше зашла в свой портал. Потому что все зашли уже в мой. Нет, сзади тебя вот Сарумян стоял. Лёд на маунт. Её самой. Это нормально, всё. Когда маги меряются порталом. Старомор. Требует портал в старый Даларан. О, я четвертый по ДПС, нормально. Не достаю. Можно дальше АФК.
Мне кажется, вот на этих двух боссов можно вообще в три хила ходить. Для мага бы странно звучала фраза, да в моем портале столько людей побывало. Но это уже не актуальная фраза. Это ты глубоко копнул, конечно. Ну, из моих уст это было бы немного по-другому слышно, чем из уст другого мага. Хотя... Другой маг так бы не сказал. Не-не-не, вообще маги прилично играют. Не согласен. Нет. Давайте кто-нибудь к камню подлетите, смотри. Маги неприличные граждане. Двух я знаю лично. Чего? А я первый, да? Я первый. Так, Лера, я тебе смогу. Не достаю. Иногда складывается такое впечатление, что я единственный маг, который на сервере 4Т4 не собрал пока что. Ну, я тоже не собрала. Ну, в смысле, собрала. Так, собрала или не собрала? Собрала? И даже апнула. Мелочь. Вопрос по запросу. Маг без хила пошел. Маг верженый парень. Что? Паша, не захватывай. Павмаг, ну ты что сделал? Ой, все. Возьми Лену Павлову вместо меня. И заходить вы, там всех... Блядь, я только пробафался. Ну, здесь этот рейд взяли это. Вы хорошие люди, я сегодня вообще хоть выживу, хоть в одном рейде. О, Павмаг пришел. Возьми Лену. Я ипати кинул, она не берется. Я что, носить должен? Нужно подойти. Что же вы натворили-то, ребятишки? Потеряли все бабы, бегите, все надо. Очень хочется посмеяться. Все, давайте, выходите с места все. Не, хазер дальше. Да я не в спеке, блять. Раньше. Тогда валя. Я услышал и решил не заходить. Нет. Блять. Я сломался! Куда нахуй бежит, блять? Тоха, не кричи. И я поставлю. Не ругайтесь и хорошими словами. Тоха, я даже ремонт готов тебе оплатить. Только не ругайся. Даже хороший. Бегаться в танках. Все на ком метки, первый бать всех танков. Еще так много. Давайте, выходите на ставьте. Нужно больше танков. Ладно. Все, Павлову добавили? Да. Пойду ЛФГшек потыкаю. Они веселенькие. Приятно отвлечь. У меня автономный бубнитель был при рождении встроен. Поэтому я не могу не ругаться. Все, давайте. Что, небезопасно? Ну что, они уже на место встали? Ксюха, у тебя глыба и инвиз, что ты паришься? Я уверена, что Руси не стала бы брать. Какая глыба? Что это? Я не знаю, что это. Здесь не сложно. Че, бафните все и пойдем. Это же маг. Жимак. Дайте, пожалуйста, блюдка. Лена, ленивая жопа, а ну, встань, инс же, зайти тут, прошу. Я там в этот кое-что делала. Я не ленюсь, я просто кое-что делала. А присты есть? Да, прист есть один. А рыбы есть? Наверное, маленького пристика надо нам присунуть. Ставлю, но там внизу. У нас желок есть, сейчас шкаф поставить, присунуть. Я сумоню. Кулан, по медведикам, пожалуйста. Сейчас. Я просто... А, еще не сумоним, не точно. Вы, Бэтмен, зайчонок, заходи в инст. Лобык, котеночек тоже. Пушистик сразу забафуйся, да? Я себе представляю, Лобык, котеночек, там уже сидит мужик такой, 40. Кис-кис-кис. Ага, полубак котеночек.
Почему у вас столько няшности? Даже мило. Потому что в гильдии матриархат. Все, все, вы тут. Раз, два, три. Так, один отпивает. Где нашел нового бафа? Кулак, кулак, пожалуйста, блин, по медведям. Ну что ж вы жадные-то такие. Ну кулак дайте, ну будьте вы людьми. Я деревом, я бы тебе дал бы кулак. Все, пойдемте бить трэш. Под огнем не стойте, пожалуйста, красавчики мои, пупсики. Павлова, а что тело выбили 258-й, не одевает? Блин, ребята, паладины, вас... Оно не белое. Шесть паладинов, никто кулак не может дать. Да ты хочешь отданных паладинов. Почему вечно просить надо? Ну люди, ну... Можно по магам кулак? Паладина вообще в РК? Ой, в этом дискорде. Ребят, давайте бафы. Да не шуми, ты дадут тебе сейчас все. Мы дойдем к боссу. Еще будем пробафывать. Сейчас мама может умереть кто-нибудь. По 158 раз на трэш. У нас такое бывает. В предыдущий раз так случилось. Спокойненько, спокойненько. Тоха, ты сам без хила, беги оттуда. Ну, пулю убегу. Крипточка там снизу поднимается. А какой целка открывается? Все сразу? Нет, конечно, обычная сначала. Когда? Завтра? А как будут открывать, да. По кварталам или по кварталам, сначала? Да, первый квартал сначала. Это точно уже известно. Да. А с какой категории пускать? С третьей катой. Да ну нахуй, блин. Серьезно, только с третьей? Конечно, да. Но все всегда делается, чтобы новички чувствовали себя как говно. А первый квартал это до Сурфанга, да, включительно? Да, до Сурфанга. То есть бой на кораблях будет работать? Ага. Нет. То есть, да? Или нет? Скорее всего, нет. Корабли не будут работать. Вы смотри, сколько там народов, целка 10. Скоро чем трэш остался. Люди только из третьих карты. Вы трэшек почистите справа. Там двое еще. Вы теперь представляете, какая толпа будет стоять на входе в целка? Я рад, подайте на... Там будет новая БГ, блядь. Ладно, все будет хорошо. С ЛК мы сходим вовремя, все. Ну если это третий кат, это не такая уж и большая, на самом деле. Это еще будет по атласному свериться, все ли правильно. Это... Ну что ж ты, самоубийство, да такое не надо. Ну и соответственно там... А если купить убийство, вот это вот на третью категорию подтверждения? Тебе надо все равно собрать все плюсики. Убийство подтверждение, вот это убийство, это только тогда, когда ты все собрал. Просто на убийство босса выходить. Типа, зачтется квест, и все, не более. А плюсики тебе и так надо собирать. То есть кристаллы тебе в любом случае до переходной фазы надо собрать. Рыбавчик, где их купить? Кулак порогом дайте. Ну, не бафните мага. Рыбу ешьте. Ну, мне кажется, что не с третьей категории целка. Мне почему-то кажется, то, что... Один кристаллик можно взять в этом, в
Так, на острове... у нас митинка где-то в лесу Таракар. Суманите, пожалуйста, митинку. Откуда инфа такая, что с третьими? У нас есть инсайт. У нас есть свои источники, скажем так. У нас есть один источник. Он иногда матюгается и приходит, постоянно матюгается. Но иногда еще полезный говорит. Вчера зашел такой, ну, привет, кто тут есть? Я говорю, что ты там в этом, выке, лут починил? Он такой, какой лут? Говорю, ну, два топора падает, две трини. Он, блин, ну ты нахер, короче, я пошел. Так серьезно, я же скрины даже предоставляла. А. Так, ладно, ребятишки. Крипто, агришь на себя крестик, сбиваешь крестику косты. Палмак, иди сюда налево, агришь на себя квадратик. Квадратик у косты у нас будет сбивать рога эски, будешь сбивать косты к квадратику. А луну на печеньку приведет в угар планекс. Луне косты будет сбивать флоубэк. Так, Хайзенберг, иди сюда направо. Агришь на себя ромбик. Ромбик у косты сбивает рога ханги. Луну притащу на тебя, на Хайзенберга. Я это сбиваю. Ой, луну, господи. Трусишки. Приведу на тебя я, Хайзендерк, и подбиваю ему косты. Так, по прожатиям. Мерлин Мэнсон будет у нас стоять на трусишках и нажимать кубик. Я постою на крестике. На квадратике кто постоит? Ты на кубике, Палмак. Все, на кубике. На крестике не вукалак? Нет, на крестике не вукалак. А я туда что же? На ромбике пойдешь. Блин, вызвал за портач. Вулкалак на ромбике. И луна у нас осталась на луне. Кто постоит, пожмякает? Да, чуть меня с хода убрали. Кто на луне постоит, пожмякает? Ямаха. Ямаха, постоишь, тогда на луне пожмякаешь. Так, еще раз повторяю то, что на крестике стою, прожимаю я, на квадратике Палмак, на луне Ямаха. На трусишках Мерлин Мэнсон, вулкалак на ромбике. Заходим все вовнутрь. Не буду больше с тобой ходить. Остальные могут пока пойти покурить. Крипто, котеночек, заходи. Я на что надо сделать? Сюда привезти куда-то их? Все к крестику сводим. Крипто, агришь крестик? Агришь крестик. И сбиваешь ему косты. На раз, два, три, танки пошли. Так, на пол приготовили. Раз, два, три. Пошли, пошли, пошли. Все сводим в одну кучу. Прохиливаем, прохиливаем. Крипто, давай бомжей. Мало я бьем. Желательно точечно крест убивает. Контрабандочку уронили. Сейчас Бэтмена уронит. Кого за крестом бить? Контрольте, не смотрите. Еще бомжей флоубэк давай. Кого после креста? Квадрат. На босса кто потом идет? Крипто идет на босса. Не забудьте поднять, пожалуйста. Крипто, иди готовься ловить. Лестница. Уже рисует тебя, не переживай. Можно рибав, пожалуйста, каску хотя бы? И мак инту кинь. Спасибо. Мак кинь инту. Все, вижу, спасибо.
Ох, убалуют меня духами сегодня. Давай чуть-чуть по местам. Извините. Отображайте секунд 20. Что смешного-то, я не знаю. Не знаю. Сантехник. Да, готовится прожимать. Прожали, прожали, Робик! Я говорю, что мне там неудобно. Ушли, ушли. А мы идем, поменяемся. Нет. Иди сюда, Вукалак, иди, вставай на мое место, я на твое встану. Неудобно, знаешь, когда трусишки жмут. Ты можешь объяснить, что для тебя неудобно? Когда да, трусишки жмут. Да, все, ладно. Шла? Неудобно, когда села на телефон, и телефон на виброзвонке стоит. Почему это удобно? Опробовал, да, уже? Да нет, рассказывай. Да, оправдывай. Да ты ж вроде рассказывал. До прожатия секунд 10, все ближе к своим местам. Вот сейчас 10. Прожали, прожали, чуть-чуть подержали. Милики в лужах не стоим. Все, отпустили, ушли. Я, кстати, вам, граждане, напоминаю, что у нас по приору и по ГП только Т4 и принки, все остальное просто паролы. Ибо нахрен никому не надо. Приоритет майнспек. Давайте все по местам. По местам, по местам, по местам. Прожали. Все, ушли из платформы. Давайте по местам. По местам, по местам, по местам. Прожали. По стеночкам все разбежались. Стене. И по местам стоим, ждем прожим.
А Гер не будем давать? Забыли что-то. Давайте Геру. Подожди, прожмем сейчас. После одного, ну, все уже дальше. Вообще не вовремя. Ну забыли что теперь. Что там, типа приготовились, да? Ну, типа приготовились, да. Прожали. Все, добивайте. Приходи еще. Вот думаю, нужна мне такая тренинка, нет? Ролите мешочек. Ю-ху! Два Т4 осталось, до 4 Т4. Два Т4 выпало. Охотник, рыцарь смерти, маг, чернокнижник. Так, Ямаха и имеет один и тот же приор. Два раза мутите. Так, ну тогда паролл, Ямаха твой. ЕПшку ты не начисляла, да? Нет еще. И киллшотер тебе надо в разве такой часть? У тебя нету, что ли? Т4 до сих пор? Магу, да. У меня два Т4 только собрано. Я не про магу. Так, маг, Ямаха. Так, у нас за мага. Магдариона 100, да? За груля, за магика по 257 накинь. За магика 100, за груля 250. Того 350, короче. Тринька на мейнспек. Ролин. Ямаха. И киллшотер, это не на вас, ни на того, ни на другого. Павловой нужно. Павлову твою. А, сорян, я думал голову. Ну я сейчас Лера тебе сделаю. Щит СПДшный нужен, Хану? На офспек паладина, шамана. Пока ролите, поставьте, пожалуйста, маг какой-нибудь Белора. Ставлю в центре. Давайте кто-нибудь тоже на сумму. Так, Палмак или Люксон. Палмак твою. Вам Шарога не нужен? Сумка. А киллшотеру не дали, да, ее эту ЕПшку-то? Так, скид. Чёрт, все отбегался. Трусишки, охотник, рыцарь смерти, маг, чернокнижник. Ну, я бы еще. Так, сейчас же их. Беку, а тебе разве надо, да? Беку. Ты Т4 решил собрать? А, я чё вышел-то, блин. Так, а я как Сурмяну дать, если я её не вижу? Почему я её не вижу? Так, Беку приор 2. Всё, неё свежу. Беку приор 2,8, Беку на квадратик иди, получай трусишки. То есть забагался обмен? Ступай с миром. Ай, Лен, дай пойти мне, я вышел.
или рога, или че? Вдруг сейчас, подожди, я релогнусь. Там же выбор никому не нужен. Выбор не знаю, может новичкам кому-то разве что. Там друиду, я думаю, нужен. Сегодня еще что будет или нет? Да, сейчас еще с груля, сейчас мы их 25 идем. Митя, ты же вроде выбор забирал. Давай, мать, плечи роль. Сейчас я релогнусь, у меня обмен забагался. Это, Русь, ты начислил ЕП всем? Да, я за два инста начислил, 350 в общей сумме. Чат посмотри, но выше если не верить. Я верю, я всему верю, что говорят. Ой, а я там ее с 350 начислил. Так, надо ей отнять. Ну, потом отниму, конечно. Я так в рейде не могу отнять. Ей же всего соточку надо, да? Или сколько? 250? 200. Она же грудь. Тихо, на грудь. Да, на грудь. 150 ей, ты больше начислил. На 150 грудь и 100 магик. А воин, жрец, друид. Вон, молодой человек выкинул. Молодой человек выкинул, да? Беку, слышишь? Может, продашь вон же. Просто одна шмотка до 4-4 осталась. Ну, в следующий раз сходим, выбьем. Так, скиф. Смотрим. Хайзенберг 1.8. Скиф 0.66. Хайзенберг обмен. Где ты? Квадрат. А тебе не нужны скиф? Он мне три раза кидал, он 48. Ой, один раз кинул 47, ты 64. Лок, давай шкаф в инсте поставишь. Шапочка нужна кому такая? Шапочка. Фирма Дюрекс. Подожди, а ты этот голову разролила? Нет еще. Голову, пожалуйста. Голову линканите. Поставьте порт в этот Долоран. Линканите голову кто-нибудь. Рольте голова Мактеридона. Так, Палмак. Палмак забирай. Знаете, ответственного забирай голову. Такая шапочка нужна кому-нибудь? Кожа. Себе оставь, потом мне отдашь, или я распилю. Вон скифу надо. Скиф паролу забираю. Да нафиг вы нон-сетовые шмотки ролите. Ты 4 соберете и нормально. Так, такая вот ступняшки кольчужные нужны кому? Рукавички кольчужные нужны кому? Все, никому ничего не надо. Я все, пошлите вы. Да, иди пури одну минуту. Так, нам нужен один хил. Нет, нам нужен два хила. Мне пати, мне пати. Я ж хил. А, ты хил. Могу зайти на хила за место роги, эски. Не, не надо. Как ты могу на ласа зайти на хила. Ты просто роги не нужен. Можно я на ханта зайду, не пойду друидом. Я это кто? Хайзенберг. Давай. Даю. Так.
Ну давай, Эски, заходи на хила тогда. О, нифига себе, тут толпа уже в инсте. Червоточина. Да я понял, что встретились. Прокачай инженерку и почувствуй себя магом. Куча телепорта. Не, у меня на пале все прокачано. Портуюсь во все уголки света. Так, надеюсь, мы быстренько пройдем. Так, нам, значит, получается, нужен 2 ДД. Так, ты Нерию взяла? Так, а кто-то ведь там хотел. Там сейчас гильдия поскольку. Дай мне ассист на всякий случай. 1 ДД нам нужен. Нет, нам нужно... 1... Нет, да, 1 ДД. Все, хилы фул. Что-то особенное. Суманете, ребят? Или не надо, сам дальше? Все. Все есть. Палатинов-то сколько стало? Много? 7 штук пройдя. Почему 7? Кажется, такое было? Контрабанда у нас совушек. Вся пятая пати хилы. Где еще тут у нас хилы? Нет больше хилов. Это Диксер, это из новичков, да, я так понимаю? Инфинити, да. Инфинити у нас Элем. Дрилюксон. Ретрик. БДСМ. Какой-то уже танком стал неожиданно. У него второй холиспек, по-моему. Что тебе нужно? Так, по танкам, по танкам. Весь на пул в крипту начинает она, который... А, нет, она уже в инсте. Так, Палмака еще надо засумонить. Там вот этих новеньких, которые набрала, надо везде заметки заполнить. Там много я вижу, вообще пустые. Непонятно, кто такие, зачем. Я еще там не все ТП начислил, но я себе там пометочку поставила, чтобы их не надо начислить ТП. Сейчас я освобожусь от этого и займусь этим вопросом. Так, а куда у нас Митенька делся? Митенька, ты не вернешься, котеночек? Это сегодня ласковое просто. Поставьте, пожалуйста, еще шкафчик. Да тошнота я, что ли. Вот она просто в дрой-гильдии сходила, разозлилась. Не, я ж ревную, понимаешь? Понятное дело. Ребятишки, Лочек, у нас что, шкафчика нет? Или КД, или что? Я чат не читаю почему-то. Калмака надо присумонить, Мартовского надо присумонить. Так, я Мартовского сумоню. Так ничего нет. Пробафайте, ребят.
Ну, бэк. Подожди. А мартовский тут зачем? Так, по-моему, у нас АФК шит, походу, с лоубэком на пару, да? Я тогда пока не подтверждаю. Павло, а зачем тебе посох на ап? Ап, это, чарку сделал. Может, он накачает наложение чар. Прикиньте, там люди в другом канале сидят. Прикиньте, люди в другом канале сидят. Павло, вы не приставайте. Вообще никому не надо приставать, я считаю. У нас гильдия матриархат, у нас тут все тёлки придут, все порешают. Посмотри, какая забавная, беленькая, пушистенькая пандочка. Сёма, как дела? Нормально. Все на сумане, Полмак тут, не тут. А Нуб Хантер это тоже из квардов или нет? Кто? Нуб Хантер, друид. А ты дай на всякий случай полторашку их, а там разберетесь. Просто если что потом скажет. Полмак тут, не тут, его присутствует. Уже тут. Пол весь в крипту. Крипта начинается, Полмак меняется на трех стаках. А, крипта берет красную змею, Полмак берет зеленую змею, если что, баблом там себя скинешь токсин. Гражданина, который ледяной, заберет любой танк, у которого нет баба. Мартовский котенок, что не хватает, зайчонок? Каска, пристабав. Дайте, пожалуйста, пристабав каски. Крипта с Полмаком не хочет танчить. Нет. А что тебе, чем тебя Полмак не устраивает? Расскажи мне, пожалуйста. Какая разница, с кем танчить? Настя, в чем у тебя проблема? У него нет другого спека. Давайте не будем. Все будет хорошо. Это всего лишь 6-25. Я же не ВК тебя заставляю танчить. Тем более вам меняться только на одном боссе. Все остальные боссы у вас будут в разные. Давайте, ребят, поехали. Все, запускаю. Наполнился черепочек. Не достаю слишком далеко. Я дохлый почему-то, меня призвала какую-то дохлятину.
Геру. Че за рейды без Миос, я не понял. Ее исключили за плохое поведение. Это неправда. За хорошее еще могли исключить, но за плохое не. У нас пугами бегает. Да. Ну, да. А что у нас Снобльт в рейде гуляет, да, так хорошо? Смотрите, какой красивый. Да пускай, какая разница? ГБ! Гарри проснулся, что ли? Хуже. Я жажду крови и человеческих жертвоприношений. Меня рассосали быстренько. Ты просто человек с похожим голосом появился на твой, так теперь хрен поймешь, где ты, где. Павлова, на край уйди. Все, можешь походить, Сонечка. Крипто, лови ты. Че, на ком? На тебе. Ой, бегите! У-ху-ху. А че мне ничего не показывает? Так у вас ДБМ, присоедините в чат, я вам ассистов раскину. Чтоб метки. Да я буду озвучивать, не переживай. А на Легионе я хочу видеть, как крестики раскидываются. Да где жопа у этого босса, блин? Ну, ты ДПС теряешь просто немерено из-за того, что у босса нету... Кстати, к Нерзулу вопрос. Смех. Где у ледяного ребра жопа? Смех. Толстая жопа в Акулака, да? Спаслая положение. Проблема у друидов, да, не могут найти у ледяного рёва жопу. Как жить? Да. Я бы сказал, это очень большая проблема. Потерянная жопа. Когда он врезался в стенку, что ли? Да. Ну он забагался, наверное. Он всегда багался. 100 из 100. И иногда так просто жопа теряется. Когда он там дышит и что-то еще делает. Все, добивайся. Да, слышно? Меня Никана обогнала из-за того, что не смог найти. Да, слышно. Ой. Здорово. Здоровенько был. Че вы на ком сейчас? Так, запускаю к крипту. Ты на боссе, Палмак на тёлочках. Бьём только босса?
хороший босс, я его люблю. О, Ксюша. И что бы ты не любила? Не бойся, я все украду. Давай, давай. Вот странно, что Лера молчит. Или она не Раэля сейчас просто. Не Раэля, это она своими делами занимается. В любом случае, глотайте пыль, ребята. Вы будете после ханта. Накал ханта, который диспелит босс. Ребят, которые к нам сегодня пришли, а у вас кто РЛ на Кару Гер? Или Карду. А он уже вступил к нам? Нет, он, говорю, последний зайдет. Окей. Рома, я здесь. Здорово, Рачелло. Ну давай там про ниже, там выше спустимся. Люди мешают. Планок сопрохи. Ниже давай. Да. Я Маха убежал. Я Маха побежал. Побежал. Хенри. Вопросы есть какие-то?